Аня. Всем привет! Мы в Горномарийском районе рыбачим будем здесь, на юнге. Короче, мы взяли с собой... Оставь. Короче, мы взяли все необходимое и идем на рыбалку. Друзья, всем привет! Всем привет! Мы находимся в Горномарийском районе. Спустились на местную речку половить живца. Сейчас поищем, да, Нют? Да. С дочкой. И Леха у нас там собирает палатку. Сейчас поставим палатку. Да. Ветерок есть. Местные здесь ловят пескарика. Да. И мы свое счастье тоже попытаем. Все, погнали. Да. Может быть, и карасиков поймаем. Или там щуку. Вот, лопатку можешь взять. Дядя Леша будет отверстие делать, лунку, а ты будешь чистить. Вот так вот, да? Только не утопи. Нет, не мешает. Понятно. Ой, вот, вот здесь вот можно. Ну давай, папа, снимай. А ты же снимаешь, что ли? Здрасте! Давай, уже от неварочки намочила. Засучи. Давай. Вот, уже жара. Вот крышечку. Вот так, твоя синамона. Да. Глубоко, да, здесь? Муть сейчас подымем со дна, и рыбка подойдет. Что-то глубина есть? Ого, тоже глубоко. Сейчас наш рудим там. Вот поднимем. Ага, подняли. Да, капец. Надо, может, дальше, да? Вот здесь поменьше, наверное. Чуть-чуть поменьше. О, камень здесь даже есть. Я думала, мы здесь будем. Иди сюда. Так, сейчас я вам перенесу. Мы ловим на вот такие вот удочки. То есть... Вот такие. Тут у нас вот такой вот такой Мормышка. Кивочек и такой вот. Мормышка без мотылка, с белой бусинкой, с такой около грамма. Руки не совать в лунку. Так, хорошо? Это первое правило. Вот, видишь, опустилась. Чуть-чуть подтянем. Видишь, опустилась. Надо чуть-чуть приподнять. И рыбка сама подойдет и возьмет. Клюнет вот так вот на кивочек. Оп, оп. Или поднимет. Ага. Хорошо? Поняла. Так вот опускаем, чуть-чуть приподнимаем. И держим. Фу! Есть, доставай. Вот он, пескарик первый. Покажи на камеру, Аня. Молодец. Иди и покажи поближе. Молодец. Опа. Вот он, пескарик наш. Можно я его это? Вот он. Рыбачок маленький. Ну? Это что, моя лунка будет? Ну вот, садись и лови. Вот, спасибочки тебе. Подготовили бутылки. Одна большая тара для живца. Вот его туда, маленькой. Вот так вот водичку наберем. Насадим мотылька одного.
А почему одного? Ну, много-то и не надо. Нам же не накормить рыбку надо, а приманить. Ну, да. Правильно? Все, давай, как папа учил. Давай, вперед. До дна опусти сначала. Чуть-чуть поиграй. И держи. Есть! Какой маленький попался, кроха. А мы его отпустим? Ну, это тоже на живца пойдет. Пап, сними-ка его. Можно ее смотреть поближе? Да, вот. Мне так понравилось так рыбачить. Ну, хорошо. Оказывается, не сразу ловится. Ну, это, наверное, давай. Мама и дочка. Наверное. Вот! Червяк ушел! Нету, что ли? Да нету! Ну вот, видишь, ты пропустил. Да поклёвка такая сильная была! Да? Вообще! Давай червячка насадим! Насади! И я буду дальше. Все, вперед, смотри, сейчас будет клевать уже. Да ладно, не успел отойти. Третья! Кто у нас сегодня рыбак-то, блин? А? Анют, вообще. Радостно я сегодня. Умница. Меня рыбки сегодня любят. Ага, рыбачка прям ты. Я уже третью поймала! Молодец. О, папа тоже клюет, смотри. У тебя? Ну да, сейчас попробуем. Сейчас попробуем, ну что, есть такое сразу. Я поймала! Умница! Умница! Я Лёша! Я не могу еще поймать, что за фигня! Я уже четвертую поймала! Я сам еще ни одну не поймал. Это правда. Умница. Молодец, давай запуливаем заново, червячок есть. Червячок есть? Да. Он не успел даже съесть. Конечно. Все, давай выставляй. Молодец. О, уже клюет у Ани. Молодец, давай запуливай заново. Оп, оп, это я. Вот такой. Я прям отойти не могу от тебя вообще. Пятая! Дайте мне вот. Вот таких пескариков дочь ловит. Молодец. Мы никак с Лехой не можем поймать, а Аня все ловит и ловит. Умница. Илунка сама чистит. Давай, помогу. Давай. Папа, снимай перчатку по часу. Два. Ой. Конечно, можно. Можно я, мама? Только одень мне перчатку. Подожди, подожди. Дай оденемся сначала. Не-не-не-не, еще опустилась только. Или есть уже? Есть! Да есть! Блин! Да ты че, папа, меня от рыбы! Да я думал, только мормышка опустилась, оказывается, уже клюнула. Да меня! Аня настаивает, доставай, говорит. Я говорю, нет еще, оказывается, реально висит уже. Пока нет. У меня такая же фигня, я не могу подсечь и все. А у него, походу, так реально, так индивидуально, можно сказать, подобранная снасть, да? Да. Вон, клюет. Еще, еще. Аня, ты меня сегодня удивляешь просто вообще. А там сколько, посчитай. Да, давай, бросай, потом будешь считать. 70 миллионов.
миллионов. Рыбы скоро у меня будет. Если тяжело, значит там рыба. Умница, я давай, буду лови. Так 10 раз. В это. Папа, ну рыба! А ты успокоишься сегодня или нет? Папа, а сколько там посчитаешь? Да штук 8 уже, 7, наверное, поймала. Давай. Седьмая или восьмая по счету, да? Да уже девятая почти. Вот такой пескарик у нас сегодня. Да. Ладно, потом посчитаем. Давай, лови. Ой. Зацепилась. Вот так вот чуть-чуть потянешь, и все, и отпускай. Неважно, холодно там или жарко. Кто куда, а я на рыбалку. Ого, клюет. Наконец-то я взял. Да, одного тоже поймал. Ну, я на свою любимую мормышку золотую. Но все равно я победитель. Ты лидер пока, лидер, лидируешь. Иди быстрее, пока не убежала. Еще взяла одного, да? Умница. Давай я тоже своего скину. Ага. Один ты, дядя Леша, там остался далеко. Давай, бросай, лови. Без рыбы. Анют, ты меня сегодня поражаешь просто. Я победительница! Ну-ка. Запечатлим тебя. Ну-ка, иди сюда. О, и дядя Леша с рыбкой идет. Покажи, какая. А ты уже мою скинул? О, и дядя Леша поймал. Да, наконец-то! Пиши мне клюв. Ну-ка. О, о, видишь, сразу клюет. Капец. Папа! Иду, бегу. Лежишь? Еще один. Да ты просто умняшка. Давай, вперед. Еще пополнение. О, висит уже, Аня. Вот это ты даешь. Это моя. Твоя. Это моя поклевка. Это карась. Нет. А он кто так тогда? Извивается. Это пескарик. А? Ну, перчатки. Варежки не мочи. Анют. Клюет, клюет, клюет. Анют клюет. Да. Шуй. Уже побольше. Это уже на жареху прям, да? Такой сковородочный, да? Рыбу съел? Опа, давай новый тебе мотыля сейчас насадим. Ну видишь, у меня крутое место. Ловили, где надо ловить? На юге. Повезло с местечком, да? Ага. Все, пирог. Надо, чтобы согнулось, да? Помнишь? О, все. Ну-ка, сразу. Опа, 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 Анюта, уже. Ты не кисло.
тяжело было. Ты подсекай чуть-чуть. Да я знаю. Да. Тебя ли учить, да? Папа! Молодец! Умница! Еще один. Давай, с этим же. У нас скоро целое ведро будет. Ну, сейчас наловишь Москву. Да? И пойдем на жерлицу там ловить. Опа, опа, опять клюет. Ты смотри-ка, а. Хватай. Нет. Папа, ушла! Я прям вылезла, она была, а потом ускакала. Да? Потому что прицепил мой крючок. Прицепился. Ко льду? Да. Ну ты... На, это, давай быстрее, пока не убежала. Вот червяк. Да что червяк, давай. Ну быстрее, пока та рыбка не ушла. Та уже не придет. Есть только другая. Та уже домой. И все. Ты сильно не дергайся, за лед цепляется. Uh-huh. Ты оторвешь. Uh-huh. Леска очень тонкая uh-huh. здесь. Uh-huh. 0,12. Пускай. Для тебя это очень тонкая. Вперед. Ты смотри-ка. Так, попробуем еще муть поднять. Недалеко от Анютки. Что? Давай, сейчас нацепим, потерпи. Папа! О, еще одна. Отлично. Давай. О, ты его прям забагрила. За подбородок. Смотри-ка. Молодец. А за живот? Поддела его. Проучила, да? Да, проучила его. Как можно так не ловиться? Папа! Это просто бомба. Мы только вдвоем один поймали. Мы с Лехой по одному, да, только. Сверху намутил, весь мусор-то идет туда. Да. Стоят. Я чуть выше, да, намутил. И течет ил сюда. Со всеми мелкими жучками, червячками, да? Ну да. Пап, давай еще хочу. И как раз к этой лунке все идет. А мы до вечера будем. Ну сейчас половим, много же не надо нам. А где? Главное, а тебя, да? Наловиться. А мы еще сейчас мы еще не собираемся? Нет, пока. Что мы еще ловим-то? Часик только еще. Пап, надо просто ждать, нужно терпение. Да? Да. Хорошо. Только терпение, да? Да. Ну вот, а говоришь, не клюет. Только ты и ловишь. Умняшка. Червячка не съели. Червячка не съели. Выгибает прям. Офигеть. Залезла? Да. Смотри, у них еще в палатке там чуть-чуть. Анют, а! Пойдем пробежимся до палатки. Давай. Засчитаем до 10 и обратно. Давай. Все, вперед. Удочку я вытащу. Оставить. Удочку можешь оставить. Нет, вдруг она клевать будет. А я вытащу так, чтобы она не утащила. Вот так вот сделаем, и она не утащит. Пойдем погреемся, пойдем. В палаточку сходим. В палатку.
палатки натопили. Сейчас пойдем погреемся. Ух ты. Че, замерзла, что ли, кроха? Вот так вот оставим чуть-чуть, чтоб поддувало. У нас тут и варежки уже сохнут. Ну, впечатление от рыбалки. Как пока все идет? Вот. Отлично, да? Только у тебя и клюет, да? Да. Ну, все, там только один поймался и удалился. Да. Пришли в палатку погреться, да? У нас тут газовая горелочка. Небольшая палатка. Сейчас минут 5 посидим, погреемся и пойдем заново. Согрелась. Согрелась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, я ухожу. Ну, погрейся. Ну-ка. Это мое. Ты у нас тут бывался. А, кушарик какой маленький. Отпустим. Ну, я его отпущу. Да. Еще мормышка какая большая. И клюет. Отпускай. Мам, давай здесь попробуем. Отпускай. Нет, я не хочу. Прям в лунку отпусти попробуем. Сюда. Все, уплыл. О, дядя Леха там тоже таскает. Короче, дядя Леха, ты тут настраивай, а я пошла. Давай, вытаскивай. Сейчас пошебуршим, рыбка подойдет. Вот так вот сейчас. Ил подымем со дна. Рыбка, ну ловись уже! Алло, рыба! О, дядька клюнула! Сейчас мы нашурудили у тебя, тут сейчас будет. Рыба! Отлично! Пока я за варежкой ходил к тебе, да? Ты тут подлавливаешь уже. Я за папу ловлю. О, дядя Леша тоже успевает. Сначала клюнет. Да. Ловите. Давай. Опа. Вот и дядя Леша еще поймал. Пока ты отвернулся. О, видишь, клюет. Опа. Знаешь, да, когда держать? Подышать? Да. Опа, молодец. Я одну цепляю, да и все, прям за середину. О, он у тебя еле сидел, Аня. Что? По три штучки вешаю. Да? Хоть и срывается. Да это, скорее всего, от ямы зависит. Ну да. От места. Тут даже не от мормышки зависит. Папа! И еще один. Умница. Сейчас подойду. Обловила всех сегодня. Червячка не меняй. Давай, запуливай. Давайте посмотрим, сколько нам удалось поймать пескариков. Давай посчитаем, а? Угу. Да, водички сразу не берем. Да. И кидаем сюда. Давай, считай. Один, два. Один. Сейчас. Два. Три. Четыре. Пять. Вон какой хороший. Да. Шесть. 19. 20. Еще один. Мощный. 21, 22, 27 и окушки. 28 окунь, 29, 30, 31, 32, 33. 33 рыбы! Они что, сгорели? Да, почернели, представляешь?
Почему это? Да, это потому что... Это все ты виноват. Почему? Это твоя горелка. Ну ты же намочила, я сушить хотел. Папа, это моя перчатка была? Это все, что осталось от твоей перчатки. Мы просто вывернули. Давай снимать концов. Шутники! Шутаники! Иди сюда, шутница. Дядя Леша виноват! Давай. Говори. 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 В общем, неплохо так отловились. Рыбалка удачная получилась. Да. 33 рыбы поймали. Анютка сегодня вообще оторвалась. Сегодня просто столько поймала. Больше всех поймала. Да. В общем, у нас папа пескарики. Папа один поймал, дядя Леша опять поймал. Да, папа вообще отстал сегодня. Да. В общем, у нас живец теперь есть. Будем на следующей рыбалке ловить, может быть, щуку. И щуку. Да. Да. Может, и поедем за судачком. Все, всем до новых встреч, всем пока.